turn up. Звонок в страховую компанию. Алло, страховая компания? У моего мужа была страховка на случай пожара. Недавно он умер. Когда я могу получить страховую сумму? Ваш муж пострадал от огня? Да, он умер от гриппа, и я его кремировала. No! Два американца, значит, белый и черный, приехали в Россию. Белый говорит: давай как русские нарежемся водки на стройке. Всегда хотел это попробовать. Негр говорит: ну давай. Нажрались водки. Негр отключился. Белый взял его на плечо и понес. Выбегает сторож. Орет, блядь: а ну, стоять! Белый говорит: hello! Сторож: сам хуйло, рубероид положи на место.